Это просто температура перепад. Можешь подавить еще. Ну, если сейчас лайк. Голодом голодой. Здоров, папа. Ну что, возьмите у нас, расскажите нам там что. Сегодня утром, в 12 часов, это уже не утро, муж вышел из дому в аптеку приобрести лекарство. Ребенок приболел немного. Через 15 минут я получаю сообщение, что я срочно уезжаю, все ок. Ну, как-то удивительно, зная мужа, который так не отнесся бы, что ребенок приболел. Я то есть его телефона послали? С его телефона пришло сообщение. Я вышла, купила лекарство, час, второй мужа нет. Я звоню на телефон, связи уже не было. Через 3 часа я начала брить во все оружие, звонить друзьям, узнавать, кто, может, видел, слышал что-то. Все начали отзваниваться, никто его не видел. Ну, то есть, зная мужа, он так бы не поступил. Я поняла, что что-то не так. Как выяснилось, уже в 10 вечера мне пришло сообщение, что он появился в сети. Он звонил с аэропорта Тбилиси, сказал, что его депортировали. Когда он вышел из дома, на него напали с оружием, перезарядили. Он начал спрашивать, ребята, в чем дело, его повалили, одели на голову мешок, наручниками приковали, он был легко одет в футболке и в куртке, потому что ну, вот за домом аптека, его посадили в машину, говорит, метр на метр, 6 часов он сидел с этим мешком, завязанными руками, на холоде, потом его посадили в самолет, в самолете одели 4 пары наручников, замотали ноги скотчем, как, я не знаю, ну, где уважение, где вообще, когда этот беспредел закончится, и кому доверять, что делает посольство в Грузии, что, как защищает, я с дочкой гражданинка Украины, муж получил вид на жительство, мы 3 года в браке, у него постоянное вид на жительство, он резидент страны. И человека просто как собаку, как я не знаю, как это описать. Нет ни слов, ни сил уже, закончились слезы, потому что целый день на эмоциях, ребенок капризничает. Ну... Давайте ему позвоним. Давайте позвоните. А как, можно? Есть у нас скайп, скажу, чтобы с ним связаться? Да, сейчас, одну секундочку. Давай. А вы можете позвонить? Да, я сейчас его наберу. Единственное, по скайпу, думаю, не выйдет. Он, скорее всего, будет в WhatsApp на связи. Давайте. Ага, это не тот номер. Сейчас, одну секунду. Так, все на нервах и не понимаешь. Ты больше будешь? Девочка, давай тут приляжешь 2 минутки, руки уже. Так, как же это сделать? Давайте, может, пока вы откомментируете вообще. А что тут комментировать? Тут ничего комментировать, все понятно. Ну что это означает? Это уже расправа, да, получается? Это преступление, нарушение всех законов. Человека нельзя депортировать из европейской страны без судебной процедуры, без юридической процедуры. Его нельзя похищать, его нельзя бить. Его нельзя... Так делал Путин против грузин в 2006 году из России. Депортировал, чтобы не мстить. Сейчас Порошенко депортирует моих людей от наших, чтобы не мстить. Какая разница, чем Путин, а Порошенко отличается от Путина? Да ничем. Не отличается. Он реально себя ведет точно так же, как Путин вел по отношению к моей стране и ко мне, чтобы не отомстить, чтобы мне что-то это самое, и предупреждение послать, когда он вот так, связав руки и ноги, высылал из России грузин. Сейчас точно так же высылает человека, у которого есть семья,
живет здесь много лет, обосновался. Просто ему не посчастливилось, что он меня возил на машине. И что последний месяц он меня не возит. Потому что когда я почувствовал, что на людей начали охотиться, я просто их отставил в сторону. И что? И что делать? Что он отвечает этому ребенку? И что он отвечает этой женщине? Что? О чем мы вообще говорим? А как думаете, это повлияет на количество людей, которые выходят на площадь? Причем? Сейчас я не вижу связи. Я вижу просто, что у президента крыша поехала. Другого объяснения нет этому. Я был президентом. Это выглядит, что у него поехала крыша. Потому что МВД, насколько я знаю, отказался это выполнить. СБО, потому что это чистый криминал. Тогда он вызвал Алирова и дал ему, докажи свою лояльность, давай сейчас Саакашвили пошмёт чёрную, как мафиози. Знаете, мафиози, когда присылают там голову лошади. Вот точно так же себя ведет, президент себя ведет, как банальный, дешевый мафиози последней категории. Что это вообще? Я хочу обратиться к президенту. Верните мне моего мужа. Мы это так не оставим. Мы не верим нашим судам. Мы дойдем до международного суда. Но мой муж будет жить со мной, с нашим ребенком здесь, в Украине. Мы не будем ехать в Грузию, бежать, как будто мы какие-то преступники. Мы не сделали ничего, чтобы сейчас оправдываться даже. Так по-зверски, просто в субботний день, когда мы должны были быть вместе. Забирают мужа непонятно куда. Я должна весь день на нервах, у меня пропадет молоко. Кто мне будет потом ребенка поднимать? Сейчас муж у меня на связи. Миша, родной. Да, слушаю. Да, слушаю. Да, скажи, пожалуйста, где ты сейчас? Я сейчас нахожусь в Тбилиси. Я хочу сказать еще одно добавить. Если меня там все слушают, я хочу сказать, что я никогда в жизни не видел, чтобы так беззаконно, так зверски поступали с человеком. И в последних странах в Африке даже не поступают так, потому что я все основания имею право жить в Украине. И что у меня семья, что у меня ребенок, законы Украины. Постоянно видно жительство. Все у меня законно, ничего не нарушал. Меня как собаку берут. Еще на голову, машину, еще пьют, привозят в аэропорт, держат 6 часов в тюремной машине, в камере, 50 на 50, поступают со мной по-зверски, никто ничего не отвечает. Я им объясняю, что я почти гражданин Украины, имею постоянное вид на жительство, вы не имеете права, объясните, за что? Никто ничего не объясняет, закидывают меня в самолет, надевают 6 наручников, скотчем обмотали мои ноги, 4 часа. Я летел в самолете на каком-то кукурузнике, частном, не знаю, по-моему, самолет нацгвардии был или чей-то, не знаю, ну, точно не пассажир. Я прилетел, вообще, кто дал такой приказ? Что за вообще люди это? Кто так мог обращаться так с человеком, объясни? На каком основании? Никто не объясняет, что это вообще происходит. Да, Мишенька, мы... Извините, что я так на эмоциях, просто в шоке. А тут не могут быть без эмоций, это же беспредел просто. Я до сих пор просто, я в шоке, потому что я человек, который обычно живет как нормальный, вышел в аптеку ребенку купить лекарства, меня надевают, блин, ловят 6 человек с автоматом, еще и перезарядили, как будто я обижал или сопротивил, я ничего не делал. Меня чуть не расстреляли. Понимаете? Еще мешок надевают, еще пьют, еще непонятно, никто ничего не отвечает, куда везут. Сотрудники вы, в какой стране вы там вот так обращаются? В нормальных странах подходят, представляются, сотрудник того-то, берут, если надо, наручники наденут, попрашивают. Все делается человек цивилизованным путем. Это вы что за страна? Объясните, что за у вас правительство, что за приказы вы дают, что за люди у вас правительство. Люди вообще вопрос надо задать. Что они хотят вообще в правительстве? Что они от народа хотят? Раньше евреев так истребляли, а сейчас что, они хотят грузин истребить? Это ужас просто. Я вообще не могу понять. Я что, нарушал закон из-за того, что я поддерживал президента моей страны? Я что, стоял рядом с ним? И за это нарушение закона? И за это надо меня со мной так поступать и депортировать?
поступок. За что? За то, что я стоял с человеком рядом и поддерживал его. За это? Это нарушение закона? Объясните, где это написано? Извините еще раз, что я так на эмоциях, честное слово, и я просто до сих пор не могу прийти в себя просто. За такое, я в жизни, я сам всю жизнь работал с производством. У него какие-то документы были сняты? Миш, при тебе был паспорт, да? Загранпаспорт при тебе был? Да, только загранпаспорт был. И права. Загранпаспорт, ты знаешь, да. Да. Да, я положил, не знаешь, почему этот паспорт? Да. Да, он должен был на почту пойти, у него поэтому в куртке лежал загранпаспорт. И права грузинские. А еще одного нашего сотрудника, у него паспорта не было и так не подъехал. То есть это даже без разницы. А как его тогда пропустили в Грузию, если паспорта не было? Ну, пропустили этими права только были, права. Ну, то есть вообще. А как они могли пропустить его на границе с правами? То есть это троих людей таким образом сегодня схватили. Вы в самолете летели втроем, правильно понимаем? Да, да, втроем. И со спецназом вместе. А кто еще был, кроме вас, да. из кто... Кроме нас, были мои друзья, мои которые вместе мы стояли, постоянно всегда рядом. Давид Тимабишвили и Георгий Рубашвили. А кто с вами еще летел? Вы видели, кто еще с вами? Да, с нами еще летело 6 спецназовцев в балаклавах, они не разговаривают, как обычно, у них рот закрытый, ничего не говорят, с нами до конца они прилетели, провели на сопровождение, как будто мы бы спрыгнули без самолета. И, в общем, они сидели с нами вместе в самолете. Это частный самолет был или какой-то казенный? А, это был частный самолет, но какой-то организации, я не могу точно, но под подозрением просто нашли в самолете, там стол был, и на столе лежали брошюры Нацгвардии. Нет, это Нацгвардии самолет, Ан-22. Ну, это Ан-22, это такой самолет... Как кукурузник. Да. Нацгвардия. Это самолет, который летают генералы, у них там... Это Нацгвардии самолет. Там посередине еще одна комната. Да, в общем, такая ситуация, там ситуация такая, что они там... Полиции не выполнили приказ, насколько я понимаю, СБУ отказалось, потому что это чистый криминал. Вызвал Порошенко Алерова, говорит, давай доказывай лояльность, давай делай это. Вот вся история. И просто по беспределу, я не знаю, генералу Алерову будет приятно, когда его посадят в тюрьму вот так, а его посадят, потому что это чистый криминал. Так не поступают, генерал, мне стыдно за вас. Мне еще говорили, что он нормальный. Так не поступают, Алеров. Привет. Тебя посадят, милый мой. Их правильно посадят. И не отмажешься от того, что тебе президент сказал. В Януковича такой был Захарченко, если вы помните. Говорили, что Алеров за деньги. Он ее, Порошенко каждый месяц дает кэш. Карман. Но за деньги все не покупается. Генерал Алеров. И за то, что ты сделал с этим ребенком, тебя посадят. Я тебе гарантирую. Нормальное украинское следующее правительство. Это полное нарушение прав человека. Это полное нарушение уголовного кодекса. Это 100% преступление. Это без никаких сомнений. И команду отдавал по этим троим случаям, где Нацгвардия это все творила, скорее всего, сам лично Порошенко, потому что нету в стране другого человека, который мог бы давать, и кто-то другой мог бы исполнять такие незаконные указания. А насколько вероятен сценарий, что вот удастся вернуть человека в страну? А он должен вернуться. У него все права здесь. У него посвящение, у него семья здесь. По украинскому закону он может здесь находиться. И штампа ведь в паспорте нету, я так понимаю? Нет, какой там нет штампа. Он не прошел никакой контроль. Какая может быть? Его просто незаконно похитили Украина. И бросили в другую страну. Как, просто можно как скот. Можно я еще скажу? Да-да. Можно я еще скажу? Да-да, говори. Да, мне еще аннулировали, кстати, в паспорте печать поставили, что мне аннулировали мое постоянное жительство. Опять так же не объяснили. И еще в паспорте печать, что я не имею права.
Это ужас. Я просто, я честное слово, я, если мне обойдется это бороться и даже отдать жизнь за это, я отдам, но я мою правду до конца добьюсь, в Страсбурге буду писать. Какой да, Страсбург? Надо быстро приезжать обратно. Я честно, я буду бороться до конца. Мою правду я докажу. Я не виноват. Я полное право имею находиться и жить как человек, нормальный гражданин Украины с моей семьей. И пожалуйста, если вы это можете чем-то помочь, дайте это всем знать. Дайте народу знать, что в стране у нас законы свои ведут себя как звери, а не как люди. Пожалуйста, передайте это все, не скрывайте. По всем каналам узнают люди, как обращаются с людьми, с честными, порядочными гражданинами, которые не нарушают ничего. Я вас очень прошу. Да, здесь как раз есть телеканалы, поэтому мы все слышим, и я думаю, что все люди услышат тоже и увидят все, что происходит. Николь. Красавец. Господин президент, можно к вам еще? У меня нету никакой гарантии, что к моей жене придут и ее напугают или какие-то шантажи устроят. Я вас очень прошу, не оставляйте в беду и как-нибудь, если еще будет возможность, как-то обратите внимание, если что-то будет, какая-то помощь нужна, не оставляйте в беду. Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Не волнуйся, все. Давай, роднулечка, целуем тебя. Держись. Мы скоро увидимся. Здесь, да, в Украине. Давай, зайка. Давай, да. Целуем. Так и будет. Так и будет. А как будете возвращать прорывом?